Желание победить было с обеих сторон. Было немножко два разных тайма. В первом тайме у нас неплохо получилась контр-игра. Получилось создать ряд голевых моментов у ворот соперника. Во втором же тайме то ли физически подсели, то ли начали рано удерживать счет, поэтому немножко прижались к своим воротам. Да, в принципе, опасных моментов не дали возможность создать игрокам соперников. Но все-таки напряжение, давление чувствовалось у наших ворот. Ну, в принципе, то, что добились результата, заработали 3 очка, это, наверное, на сегодняшний день главное для нас. Будь ласка, питання. Ліпік вже набрав такий хід, що зараз вже має непогану перевагу над суперниками. Чи стоїть команди задача вихід прем'єр-ліги? Якщо стоїть, як будете рішати інфраструктурні моменти стадіону, де грати прем'єр-лізі? Знаєте, діло в тому, що зараз задача конкретна на сьогоднішній день не стоїть. Задача побіждати в кожному матчі. Наверное, быть конкретной задачей или не быть, это, наверное, руководство клуба будет решать в межсезонье. Пока на сегодняшний день мы пытаемся совершенствовать свою игру, зарабатывать очки. То, как двигаться дальше, это уже будем решать в межсезонье. Спасибо.